Слава нашому Господу за те, що цей ранок ми маємо прекрасний час. Знову у домі молитви. Я думаю, що приємно нам, коли повітря з кондиціонерів, вони охолоджують наше тіло. Не всі маємо ці такі умови в наших домах, але в церкві, в народі Божому, коли ми збираємося, Бог дав нам все прекрасно. І за це треба потрібно дякувати і радіти, що Божа милість є над нами. Сьогодні не випадкове служіння, сьогодні служіння, всі служіння важливі, але ж служіння спомину, страждання і смерті Господа Ісуса Христа. Я хотів би зайняти, можливо, чуть-чуть довше, як обично, 5-7 хвилин і закликати вас до молитви. Кожен раз, коли ми роздумуємо, що в неділю буде переломлення, ми не просто так думаємо. Ми завжди хочемо подумати, і це робимо, можливо, вже автоматично, про своє життя. Завжди в нашій пам'яті вспливають якісь події, вспливають наші слова, вспливають наш характер, вспливає те, що ми робили на протязі певного періоду часу. Я хотів би, щоб ми сьогодні підготували себе, свій дух до спілкування з Господом. Прочитаю місце писання, перше послання апостола Павла до Коринтян, 11 розділ, 26 вірш. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Тому то, хто їстиме хліб цей чи питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крові Господньої. Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть із чаші, хай п'є. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. До цього місця. Що собою представляє для нас сьогодні хліб і вино? Тіло і кров Господа Ісуса Христа кожного разу, кожного місяця, першої неділі, коли ми сходимося на це місце, Писання каже, ви будете їсти цей хліб і пити цю чашу, смерть Господню звіщаєте. Як би нам сьогодні не хотілося говорити про смерть, це завжди розлука. Смерть – це розлука, смерть – це розділення. Якщо людина помирає фізично, вона розділяється своїми рідними. Якщо Адам згрішив, то написано, що смертю ти вмреш. Якою смертю? Смертю духовною. Адам був відділений від спілкування з Богом. Кожен раз, коли ми читаємо в Біблії слово «смерть», це є відокремлення, це є розділення і це приближення до Бога. Я хотів би сьогодні, щоб ми, дивлячись на те, що звершується, ми задавали собі питання, чи помираю я? Чи так, чи можу я сказати в один голос апостолом Павлом, я кожен день вмираю? Ми для того сьогодні зібралися не просто створити те, що ми завжди робимо, але подумати про себе, яке це відношення має до мене. Нехай же людина випробовує себе. Як я можу випробувати себе? Як я можу сьогодні взнати, чи гідний я прийняти ось те, що сьогодні преподнесуть мені брати тіло і кров Господа Ісуса Христа? Я хотів би навести приклад. Дуже хороший приклад. На вечері, коли зібралися його учні, зібралися найближчі люди Ісуса Христа. Перед тим, як він мав взяти, в ту саму ж ніч. Перше всього він звершив Пасху. Звершив юдейську Пасху. Після того він каже, що один із вас, він видасть мене. Кожен почав випробовувати себе. Ви знаєте, що це відбувалося навіть на самій першій вечері. І як вони випробовували себе? Я хотів би сказати цей заклик. Чи не я це, о Господи? Чи не я це, о Господи? Кожен із них, він задав це питання. Іуда, він мовчав. І Христос починає розказувати далі. І каже, що горе тому той людині, через яку син буде людський виданий. І потім Іуда також каже, ніби так, просто невзначай. Чи не я це, Господи? Хоча знав, що буде робити. Хоча знав, уже план склав у своєму серці. І не осуждав себе за цей план. І не судив себе. І так, що значить сказати, чи це не я сьогодні в нашому служінні? Що це значить, кожен із нас повинен перед тим, як прийняти, задати це питання, Господи, чи це не я? І Давид свій час каже, Господи, хай через мене не матимуть сорому ті, хто тебе шукає. Хай через мене не матимуть стиду ті, хто тебе, Господи, шукає. Тобто ми розуміємо, що причастя – це щось таке конгрегаційне або спільне наше служіння.
Ісус Христос сказав, що ми всі спільники тіла одного, але порознь ми члени. Це є таке обще, але і воно дуже є індивідуальне, що кожен повинен судити про себе. І я думаю, що Варфоломей чи Фома, він подивився на одного Петра. Петро? Ні, Петро не може зректися. Хто? Андрій? Ні, Андрій, це ж мій друг, він не може зректися. І я думаю, що кожен із них, він перезвав по імені кожного і казав, невже це може бути цей? І, можливо, хтось дивився на Іуду і не замічав тих внешніх признаків і казав, ну і цей не може, ну хто? Невже це я? Я думаю, що той, хто хоче сьогодні повторити ці слова і випробувати себе, він, по-перше, повинен судити себе самого. Перше, осудіть самого себе. Осудіть свій гріх. Якби Іуда осудив свій гріх, для нього був би шанс покаятися. Якщо ти будеш сьогодні приймати причастя, але те, що ти спланував, і ти знаєш, що ти робив третього дня вчора, і завтра будеш робити те саме, зупинися. І осуди цей гріх. Можливо, для твого покаяння потрібно більше вже, як просто момент. Осудити гріх. Це значить не мати участі в причасті з неосудженим гріхом. А якщо ти сьогодні осудиш себе самого, ти подивишся навкруг, і ти побачиш всіх вірних, тільки себе невірного. Господь зглянеться над тобою. Господь зглянеться над тобою, коли ти не будеш казати, а всі так живуть сьогодні, а всі так і роблять, чого я маю судити себе? Всі приймають причастя, і той, я бачу, теж тягне свою руку. Осуди себе самого. Це значить посчитати, що всі, якщо нас 500, то всі 499 людей вірні, а один я невірний. І Бог зглянеться сьогодні і дасть милість для тебе. Я припоминаю цю історію, коли в'язні, які були на кораблі, приковані на всевічне, щоб гребсти греблями, приходить один із начальників, і в нього була можливість дати шанс життя для одного. І він приходить, питає, каже, за що тебе сюди прикували? А він каже, ні, за що? Я нічого поганого не зробив. До іншого підходить. Я теж, мене несправедливо. А приходить до одного і каже, а ти що зробив? А він каже, я погане зробив. Мене справедливо сюди прикували. І він сказав такі слова. Вставай, я освобождаю тебе. Тобі нема чого робити тут грішнику серед всіх праведників. Якщо ти почуєш себе грішником серед всіх остальних праведників, як кожен учнів, він сказав, Господи, чи не я це? Сьогодні, якщо небо не дасть дощу, сьогодні, якщо якась прийде катаклізма в наше общество, чи скажемо ми ці слова, може це через мене? Може це через мене щось не так? Якщо всі будуть такі, як я, яка буде моя церква? Задайте це питання. Перше, ніж сказати, чи це не я, потрібно мати здорове недовір'я до себе. Інколи потрібно не довіряти собі. Інколи потрібно не довіряти самому собі. І кожен учень, який сказав ці слова, він не довіряв для себе. Він давав, оставляв якісь процентному відношенні, що він може зректися, що він може це зробити. Я хотів би сьогодні, щоб ми уповали на милость Господа нашого Ісуса Христа. Ми зараз будемо молитися. І Ісус Христос просив не поставити якогось пам'ятника високого, не побудувати якусь велику будівлю в ім'я Його. Він казав, там, де ви двоє чи троє зберетеся, я буду між вами. Коли ви будете збиратися, і буде між вами хліб і вино, я хочу, щоб ви це робили на спомин про мене. Ось який великий пам'ятник зробив для нас сам Ісус Христос своїм тілом і своєю кров'ю, щоб ми, дивлячись на Ісуса Христа, подражали Йому, щоб ми подражали те, що як Він пройшов, так і ми проходили, як Він умирав, щоб і ми помирали. І сьогодні Христос буде знову повторяти ці слова. Це тіло моє, що за вас ламається. Запам'ятайте, що в той момент воно ще не було поломане. Кров в той момент ще не була пролята, але він, дивившись на тіло і на кров, казав, тіло ламається, а кров проливається. Якщо ти бачиш в своєму житті, що ще плоть твоя не померла, я хочу сказати, що це символи сьогодні говорять, що якщо тіло, яке ламається, то плоть повинна мати процес освячення, то наше тіло повинно умирати кожен день. То цей процес, який сьогодні Господь ще раз дає для нас можливість, перше всього, осудити саме собого, не судити інших. Я вірю, що Господь дає цей шанс для нас. Як для Іуди, він почав говорити тихенько, він почав говорити Іоанну, який лежав на груді тихенько, каже, ось кому я обмукну. Він не хотів це просто так виявити на аутсайд, він хотів, щоб людина покаялася. Господь
Господь хоче сьогодні нашого покаяння, церква. І Господь дає великий шанс доторкнутися до Його тіла і крові і бути вздоровленим, бути освяченим, якщо тільки ми осудимо себе самого. Давайте встанемо і будемо молитися, після чого заспіваємо дві пісні і знову будемо славити Господнє ім'я. О, Ісус, слава Тобі, слава Тобі, слава Тобі, наш Бог. Алілуя, 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 алілуя. Господи, я дякую Тобі цього ранку, Господь. Дух мій перед Тобою трепеще. Ми хочемо, Господи, смиратися. Ми хочемо сьогодні молитися, Боже мій, про стан наш. Ми хочемо, Господи, сьогодні зважувати своє життя. Ми хочемо подивитися на те, що Ти зробив для нас. І чи це знайшло місце в нашому житті, Ісус. Ми не хочемо, Господи, щоб ця кров, яка пролилася сьогодні, Господи, на Голгофі, сьогодні була для багатьох у цьому залі. Я хочу, щоб ця кров була пролята за всіх, Ісус. За всіх, хто сьогодні прийшов на це місце, Ісус. Я молюся про це, Бог, щоб це було ефективно для кожного, Господь, увірувавшого в Тебе. Щоб це було ефективно для кожного брата і для кожної сестри. І, Ісус, я прошу Тебе сьогодні, дай нам, Господи, торкнутися Тебе. Реальний Ти є присутній на цьому місці. І реальне спілкування із Тобою, Сину Божий. Ми хочемо цього, Господь. Ми хочемо, Ісус, знову обійти своє життя. І, Господь, ми хочемо мати цю силу для переможного життя. Ми хочемо їсти хліб, щоб мати силу для побідоносного життя. Алілуя, алілуя, алілуя. Господи, ця боротьба продовжується. Ці, Господи, тіні, вони згущаються над церковою. Але Ти дав сьогодні нам це спілкування з Тобою на цьому місці. Я вірю, Господь, будуть ті, які будуть прикасатися і будуть оздоровлюватися. Ті, які будуть прикасатися з вірою. Алілуя. Через те, що це причастя, це є осуществлення, і ожидаємо, коли, Господи, ми одного дня будемо вкушати нове вино пити в царстві Твоєму. Алілуя. Радості у Святому Дусі. А сьогодні хто втратив це царство, хто втратив сьогодні радість з Тобою, Ісус, нехай прийде Твоє помазання, нехай прийде Твоя сила, Боже. Ми хочемо бути учасниками не тільки в трапезі цій, ми хочемо бути учасниками в царстві Твоєму, Ісус. Алілуя, 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 Дух Святий. Я дякую Тобі, Ісус. Я дякую Тобі, що Ти, Боже, показав приклад для нас. Ти завжди приклад для мене, Господь. Алілуя, алілуя. В цей ранок Ти бачиш кожне серце. Я хочу молитись, Ісус. Я хочу шукати лиця Твого разом, Господи, як одна сім'я, як одні близькі люди до Тебе, Господь, мати спілкування. Можливо, хтось сьогодні, Господи, рішив воздержатися. Може, хтось рішив сьогодні остатися таким, яким прийшов. Ісус, Він потребує лікаря. І безглуздо, коли є лікар на цьому місці, оставатися хворим духовно. Сьогодні є Твої ліки. Сьогодні є Твоя кров, яка може звільнити, яка може очистити разум, яка може освітити думки. Алілуя, 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 Дух Божий. Я хочу, Господи, сьогодні, щоб ця кров, яка була пролята, була не просто для багатьох на цьому місці, але для всіх 100%. Для всіх, Ісус. Плиз, алілуя, для всіх, Ісус. Дай сьогодні для всіх, Господи, хто є на цьому місці. Хай кожен обійде своє життя, Бог. Хай прийде на це місце купальня в Слові Твоєму, яка очистить наші разуми, Ісус, яка дасть на те натхнення. Кожне серце зненавидить свій гріх. І Господи сьогодні пообіцяє служити Тобі. О, хай небо радіє, Господь. Хай змінюються душі наші, Бог мій. Хай змінюються наші мислі. І наші, Господи, серця будуть близько з Тобою, як у Іоанна, який був на груді у Тебе, Ісус. Ми хочемо, Господи, відчувати, що Ти є рядом з нами. І, Господи, сьогодні це заповідь і це священнодія. Милість від Тебе для нас. Слава і подяка Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Ми будемо стояти, співати декілька пісень. Хвала Тобі, Господь. Хвала Тобі, Ісус. Пусть льется день і ночь із слабих моїх уст. Хоч странник на землі, имею право петь. Пока еще дышу, пока к Тебе иду. И там есть такие слова: мой распятый Христос. Про Христа можно говорить, что Он был распятый, воскресший. Але сьогодні ми говоримо про розп'ятого Христа. И ми можемо сказати, як Павло, і хочу, щоб кожен сказав: я сораспялся с Ним.
будь ласка. С тобой.
Господь, алілуя. Алілуя тобі, Боже наш. Господи, сьогодні ми ділимо дні і ночі. Але там ми будемо, Господи, завжди, Бог. Ми хочемо, Господи, сьогодні подивитись на Тебе. Коли, Господи, втомляємося славить Тебе. Коли втомляємося йти за Тобою. Коли втомляємося боротися. Яви знову Голгофу сьогодні, Ісус. Дай багатьом сьогодні повернутися у подножжя Христа. Туди, Господи, де знайшли одного дня щастя і радість. І там, де, Господи, помирали для себе. Сьогодні, Господи, ми знову часто стали живими. Живими для світу цього, Ісус. Хай сьогодні, Боже, кожен із нас побачить явне, чітке розділення. О, Господь, бо це тіло Твоє і кров Твоя відділила Тебе тими дверима. І у горниці Ти був своїми близькими, Господь. Ми хочемо бути близькими для Тебе. Ми хочемо бути, думати так, як Ти. І Ісус у цей ранок благослови нас. Благослови нас. Благослови нас. Слава Тобі. Амінь. Кожне причастя. Чи думали ви, що це може бути останнім? По двох причинах. Або наше життя закінчиться, або Господь прийде. Хто знає, чи це останній раз, чи ні? Хто знає, чи це і останній раз? Давайте, роздумуючись над цим, заспіваємо «Ти мій Бог святой». Ти є Бог святий, до Тебе, Господи, душа наша, до Тебе. І сьогодні в цей ранок, Господь, ми знову хочемо, Господи, бути на груді Твоїй.
Ісус, ми, Господи, знаємо, що від нас ініціатива, Господи, бути біля Тебе ближче. А Ти, Господи, виліш свою любов на нас. Ти виліш на нас свою благодать. Боже, я дякую Тобі, Господь, що Ти дозволив лишитися словам на сторінках Твої Евангелія. Учень, якого любив Ти. Учень, я хочу бути учнем, якого Ти любиш, Ісус. Я хочу бути іскреним перед Тобою, Господь. На Твоїй груді не може бути ніякого лукавства. На Твоїй груді не може не бути ніякої притвори, Ісус. На Твоїй груді повинна бути іскреність, Ісус. Я дякую Тобі, Бог, що Ти полюбив нас. А від нас, хай буде сьогодні відкрите серце, відкриті уста, Боже. Ми хочемо, щоб ця чаша, вона була чаша благословіння нашими устами. Не просто устами священників, які будуть сьогодні звершувати це служіння. Я хочу, щоб кожен устами своїми благословив цю чашу, щоб це було благословенням для нас, Ісус. Ми хочемо, Господи, цього. Ми хочемо розпочати цю вечерю, як Ти розпочав, бо зблагодарив. Алілуя! Алілуя! Алілуя, Ісус! Ми хочемо вас благодарити, Ісус! Алілуя! Алілуя, Ісус! Ми хочемо бути вдячним серцем Тобі за жертву Твою. Ми хочемо перше всього сказати благодарю, Ісус. А все остальне, Бог мій, зверши сьогодні у серці кожного чоловіка, кожної дружини, у дітей наших, у всіх присутніх. Будь прославлений, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Займіть місця. Як добре, коли на піку нашої вдячності звучить алілуя для Ісуса Христа. Алілуя Ісусу. Бог достойний слави. Саме про це буде співати хор. Хваліте ім'я Господнє. Слідуючими будуть сестри виконувати псалом. І знову хор. Один моліться Христос. Коли хор готується, хочу лишити всього-навсього одну думку. Коли Ісус лишився один, це був не просто збіг обставин. Це був шлях, приготовлений Богом Отцем для Ісуса Христа. Якщо ти сьогодні лишився один, або почуваєш себе одиноким, про це навіть ніхто не знає, це не просто збіг обставин, це не через те, що чоловік такий або така дружина, це не через те, що на роботі щось так трапилося, це просто проходить час, або шлях, який відміряний для тебе Богом. Будь ласка, не скаржся на свою ситуацію, а тільки лишайся вірним Господу. Бо Христос сказав, де я, там і слуга мій буде. І лишайся вірним тут, коли чувствуєш себе одиноким, маєш право надіятися на те, що коли пройдеш цей земний шлях, будеш знову там, де Ісус Христос в небі. Хай Бог благословить.
Когда затихнут звуки и одиночество, как странник сядет у ворот. Тебе душа моя взывает и ищет истинное. Не без тебя теперь никак нельзя, и сердце зовет. И, переживая твою боль, я принимаю твою кровь, твое спасение и жизнь твою. Я перед тобой был виноват, но за меня ты был распят. Сошел на землю и распят был за меня. Мой Бог, ты научи меня, Иисус, и пусть из твоих уст питаю я любовь и жизнь с тобою на века. Когда мне тяжело, сердца моего поддержкой нежною коснется твоя рука. И, переживая твою боль, я принимаю твою кровь, твое спасение и жизнь твою. Перед тобой был виноват, но за меня ты был распят. Сошел на землю и распят был за меня. Принимаю твою кровь, твое спасение и жизнь твою. Я перед тобой был виноват, но за меня ты был распят. Сошел на землю и распят был за меня.
Слава Богу! Я не тому молюсь, кто окружен толпами, священным трепетом исполненных духов, и чей незримый трон за яркими звездами горит за облачи разбросанных миров. Я не тому молюсь, пред чьими алтарями народ простерши ниц смирений лежит, и льется фимиам душистыми волнами, и зыблются огни, и пение звучит. Нет, перед ним я нем. Глубокое сознание моей ничтожности смыкает мне уста. Меня влечет иное обоняние, не власти царственной, но пытки и креста. Мой Бог, Бог страждущий, Бог, обогренный кровью. Бог человек и брат с небесной душой и пред страданиями и светлой любовью склоняюсь я моей горячей мольбой. Ценный обряд, друзья. Мы сегодня не обряд и не традицию пришли почтить. Я позволю себе говорить на русском, учитывая, сколько много гостей сегодня, и думаю, что так будет правильно. Читаю текст. Евангелие Луки, 22 глава, 7 стих. «Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите, приготовьте нам Пасху». Они же сказали ему: «Где велишь нам приготовить?» Он же сказал им: «Вот при входе вашем в город встретится вам человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним в дом, в который войдет он. И скажите хозяину дома: учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими. Он покажет вам горницу большую, устланную, там приготовьте». Они пошли и нашли, как сказал им Иисус, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним. И сказал им: «Очень желал я есть с вами Пасху сию, прежде моего страдания. Ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Небесном». И взяв чашу и благодарив, сказал: «Примите ее, разделите между собою. Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И взяв хлеб и благодарив, преломил, и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Вот такой текст. Кто как называет то, что мы сейчас будем совершать? Кто-то называет это хлебопреломление, вы правильно называете. Кто-то называет вечеря Господня, и вы правы. Кто-то называет причастие, и вы правы. Кто-то называет греческим словом евхаристия, вы тоже правы. Но есть еще одно название тому, что сейчас будет происходить. Это Пасха. Это то, что Иисус совершил с учениками своими. Он совершил это 2000 лет назад. Я хочу очень вскользь коснуться двух моментов. Что имела ветхозаветная Пасха? А именно оттуда все началось. Иисус новозаветный агнец, но был еще прежде ветхозаветный агнец, как прообраз нового заветнего. Давайте быстро откроем книгу Ветхого Завета, книга Исход, 12 глава. Третий стих читаю, пропуская, читаю потом седьмой. «Скажите всему обществу сынов Израилевых, в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство». Это был ветхозаветный агнец. Он должен был быть чистым, однолетним, без пятна, без порока, без перелома, без какой-либо болезни. Он должен быть самый лучший из стада. Написано, чтобы его убить, взять этой крови, и седьмой стих говорит: «Пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его». Я хочу быстро, в нескольких минутах, показать, что в Ветхом Завете сделала кровь Агнца, и что эта кровь сегодня в Новом Завете может сделать для нас.
Израиль находится в Египте. Но в Египте живет не только иудеи. В Египте живут много людей, египтяне и другие народы. Но Бог определил в одну ночь, на египетскую землю должен прийти губитель. Библия его называет ангел-губитель. Сложно определить, кто он был, но он поражал каждого первенца, мужчину, женщину, и не только из людей. Этот губитель и шел от дома к дому, от дома к дому, и поражал все, что было первородное. Но казалось бы, ну ограничь себя хотя бы только из человеческого рода. Но он приходил к каждому хлеву, каждой конюшне, каждому загону. И написано, что ангел этот поразил все первородное от человека до скота. Все было поражено. Все было поражено этим ангелом-губителем. И, кстати, если читать дословно этот текст, этот ангел-губитель приблизился и к территории или городу, где жили иудеи. Но почему-то среди иудеев не было поражения. Почему? Потому что была кровь. Кровь, которая защитила и самих евреев, их первородных, и их же дома, их стада и их имущество. Все, что находилось за кровью, было спасено. Все, что было за пределами крови, было подвержено ангелу-губителю. Итак, мы находим, что те, которые послушались слова Моисея, повеления Моисея, они были не иудеи, они были кто? Они были египтяне. Они один раз послушались, у них не пропало ничего. Они второй раз послушались, у них тоже ничего не пропало. Они, если помазали кровью косяки, у них тоже. Губитель не мог пройти через кровь. Без разницы, какой национальности человек был. Если он поверил в то, что сказал Бог, и взял ангца, и помазал косяки, ангел-губитель останавливался перед кровью. И я, когда читал этот текст, я задал себе вопрос. А почему так? Как будто казалось бы несправедливо. Но неужели все египтяне были плохими людьми? Давайте честно. Неужели в мире нет хороших людей? Неужели светские люди, они все плохие? Мне один раз на работе, когда я еще работал, это было раньше. И один человек, он неверующий, он такой даже страшный, весь в наколках. Такой. И однажды у меня была проблема, у меня там одна вещь поломалась, и он, другие не помогли. От кого, от того человека я не ожидал помощи. Но он все оставил и пришел, помог мне. Я ехал домой и говорил: Боже, я не могу понять, почему этот опущенный человек, так оказался добр ко мне. Друзья, давайте честно, водители, которые ездят на траках, неужели все водители верующие? Нет, не все. Но есть среди неверующих хорошие люди? Есть. Есть в каждом, как будто народе, есть люди, которые по природе хороши. Но быть хорошим недостаточно, чтобы остаться живым. Много хороших египтян в ту ночь умерли. Только по одному, не потому, что они были хороши или добры, или плохие. Только потому, что они не имели крови на косяках своего дома. Все решала кровь ангца. И я хотел бы сегодня призвать, проанализировать нас. Являемся ли мы спрятанными за кровь? Если ты думаешь своим добротой и своей святостью, этого мало. Библия говорит, что наша праведность, как запачканная одежда. Только не говорите, что я учу о том, что не надо добрых дел. Нет, надо. Но добрые дела нам не открывают доступ в Царствие Святого Святых. Есть только один ключ – это кровь Иисуса Христа. Есть только одна сила, которая защищает нас от гнева Божьего. Это кровь ангца. И если кровь однолетнего ангца могла позволить людям тогда остаться в живых, я верю, кровь Иисуса Христа тем более имеет силу preserve, сохранить, оградить нас. Поэтому не дерзай сегодня, не дерзи перед Богом. Не думай, я во грехах, ничего, я уже не раз принимал, ангел не поразил, молния не убила. А что если?
А что, если Божьему терпению придет конец? Если не за кровью ты, если не спрятан за жертву Иисуса Христа, очень мгновенно может прийти поражение. А Библия же об этом говорит, Павел говорит. Испытывайте себя. Помните? А если не испытывали, не испытываем, а если за кровь не прячемся, а если за жертву Иисуса не прячусь, а по своей праведности хочу, что происходит тогда? Многие, говорит, больные, и немало умирают. Я хотел бы, чтобы у нас сегодня было четкое ощущение. Я имею дерзновение только потому, что 2000 лет тому назад был Агнец принесен в жертву ради меня. И он принесен не для того, чтобы мы о нем пели, не для того, чтобы мы о нем проповедовали или стихи говорили. Он принесен для того, чтобы нас заградить перед Божьим гневом. Я знаю, мира уже бы не было бы, уже бы земли не было бы. Если б Иисус 2000 лет назад не пришел, Бог бы уже уничтожил бы землю. Все, что эту землю еще держит от уничтожения, это кровь Агнца. Я вот подумал, а неужели среди иудеев, евреев, неужели среди них не было плохих людей? Были. Достаточно вспомнить Корей, помните? Дафан, Аверон. Это люди, которые не были reborn. Они не были рождены свыше. Это люди, далекие от Бога и, казалось бы, от всего святого. И потом их сердце себя же проявило дальше по ходу жизни, правда? Это люди всегда бунтовали против Бога, против уставов, против Моисея. Это люди, которые решили создать себе Бога. Они решили обратно в Египет идти. Это люди, которые были далеки от Бога. Но только потому, что они спрятались в комнату, которая была помазана кровью. Почему-то ангел-губитель их не поразил. Только потому, что они в ту ночь находились в комнате, которая была помазана кровью. Церковь. Я знаю, есть много в мире людей, которые, может быть, сделали больше греха, нежели ты думаешь, сделал ты. Ты говоришь, а я не курил, а кто-то курил. Я наркоманом не был, а кто-то был. Я блудником не был, а кто-то был. Я там в зоне не сидел, а кто-то сидел. Но, может быть, этот кто-то спрятался за кровь и останется жить. А ты своей праведностью не сидел, не кололся и многие чего других вещей не делал, можешь оказаться пораженным. Нет, я боюсь того, чтобы сказать, что все это хорошие вещи, то, что я перечислил. Нет, все это греховные вещи. Но я хотел бы, чтобы мы сегодня, как бы низко ни пали, мы сегодня решили, я буду идти, я спрячусь за Голгофский крест, я буду находиться там. Я не буду дерзать своей рукой, по своей праведности протягивать руку к чаше. Я буду это делать только потому, что свят не я, а свят Он. Праведник не я, но праведник Он. И если Он дал мне эту праведность, я буду ценить ею, я буду беречь ее. Еще ж одно, что сделал Агнец. В эту ночь Бог показал, давайте скажу таким простым словом, Бог опустил всех идолов египетских. Люди говорили, фараон наш Бог, они к нему молились. Так Библия много раз учит, что они почитали его Богом. Но в эту ночь Бог показал, кто есть Бог. В эту ночь сам фараон плакал. В эту ночь сам фараон своего сына хоронил. В эту ночь все идолы были разрушены. В эту ночь Бог, в Египте было 10 главных богов. И все 10 богов, у меня нет времени, все 10 богов Бог опустил, унизил в эту ночь, когда был заклан Агнец и когда была кровь на косяках. И я хотел бы, чтобы когда мы смотрим на чаши, когда мы смотрим на хлеб, чтобы мы не завидовали этому миру. Этот мир будет опущен до дна. Библия говорит, все небесное, все земное и все преисподнее будет поставлено на колени. Этот мир преклонится пред Иисусом Христом. Только мы сегодня пред Ним преклоняемся добровольно с честью. Этот мир же
будет недобровольным, но преклонится пред Богом. Все гордое будет унижено, все высокое будет посрамлено, все идолы будут опозорены и опущены. Все президенты, все власти, которые сегодня возносятся и воюют против Писания, будут опозорены и растоптаны. И даже сам сатана будет связан и брошен в озеро огненное, горящее вечно. Поэтому, друзья мои, когда вы будете брать чашу, если у вас есть болезнь, провозгласите, однажды придет время, и болезнь тоже преклонится на колени пред Иисусом Христом. Если у вас духовное падение, и дьявол против вас воюет, скажите, однажды дьявол будет на коленях пред Иисусом Христом. Все, Библия говорит, все, небесное, земное и преисподнее, все станет на колени. Я призываю сегодня, не служите греху. Грех когда-то предстанет пред Богом, на коленях будет просить пощады. И дьявол, и все нечистое унижено будет. Не служите тому, что будет лобзать прах пред ногами Иисуса Христа. Не служите этому миру. Для нас сегодня большая честь служить тому, пред кем все преклонятся. Для нас сегодня честь прийти к Нему и не просто Ему служить, но иметь с Ним сыновские и отцовские отношения. Я хочу призвать всех нас к молитве. Давайте мы поднимемся. Я хочу, чтобы мы вот эти два момента, первое, спрятались за кровь Иисуса Христа, и второе, чтобы мы провозгласили, что все в ту ночь, ветхозаветнюю ночь, все идолы, все гордое было унижено, и в эту ночь высоко был превознесен Бог Саваоф. Помолимся. Иисус, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Иисус. Мы славим Тебя, Иисус. Я знаю, если Агнец Ветхого Завета, и кровь Его была так сильна сделать это, то тем более кровь Иисуса Христа, как непорочного и чистого Агнца, пролитая на кресте Голгофском, она сегодня может сделать для меня, для моей жены, для моих детей несравненно больше. И если тогда кровь могла спасти семьи, Боже, я прячусь, и моя жена, и детки свои, Господи, я прячусь за Голгофский крест. Боже, я знаю, я имею дерзновение прикасаться к этой чаше и к хлебу, не как оза, чтобы быть пораженным, но имею дерзновение через жертву Иисуса Христа, как непорочного Агнца. Боже, я прошу Тебя, освяти сегодня народ, освяти сегодня каждого парня, каждую сестру, каждого брата, маму, Отца, освяти сегодня народ, да придет трепет на наш дух, да придет слава Твоя в наши семьи. Боже, я знаю, через нового и Агнца, новозаветнего Агнца, мы можем иметь несравненно больше, нежели евреи через ветхозаветнее ягня. Во имя Иисуса мы совершаем эту молитву. Помоги нам, Господь, не в осуждение, но, Боже, для спасения, для укрепления духа и веры нашей, Господи, принимать участие от трапезы Твоей. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы просим. Аминь. Братья, пройдите, пожалуйста. Мы привыкли уже слушать этот текст, но я считаю, что если Библия это говорит, значит, это важно. И особенно в последнее время мы должны чаще это слышать. Ибо я от самого Господа, говорит Павел, принял то, что вам передал, что Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и возблагодарил. Трапеза Иисуса с учениками началась со слова «возблагодарил». За что? Взял хлеб и возблагодарил. Я хотел бы, чтобы мы по примеру Иисуса, мы, служители, возьмем хлеб и все вместе возблагодарим. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Мы вдячны Тебе, Господи. Алфа Романа Гаусен, ми величаємо ім'я Твоє святе, ми дякуємо Тобі, Боже, за цю змогу. Ісус, алілуя, алілуя, ім'я Твоє, яке превише всякого імені, хай буде прославлене і возвеличене сьогодні, Господи, кожною душею. Кожний, Господи, хто протягне свою руку, приймати цей хліб.
Аллилуйя! Благослови во имя Твое! Аллилуйя! Хай зцілення Твоє прийде! Господи, Алфа Рамана Гаусен! Хай розуміння того, що Він причастен, Господи Боже мій, до церкви прийде Ісус! Хай прийде розуміння того, що, Господи, плоть Твоя терзалась за нас! Аллилуйя! Що тіло Твоє було ломано за нас! Аллилуйя! Господи, за кожного, хто протягне свою руку. В ім'я Твоє просимо. І дякуємо Тобі, Боже мій, за цю змогу, що ми можемо нагадувати, доки Ти прийдеш. Алілуя! Слава Тобі, наш Цар і наш Бог. Следуя библейскому тексту, мы находим, что Иисус, когда Он ходил по земле, у Него было много людей, которые ходили за Ним. Иногда это было 1000, иногда 5000, иногда написано 10-тысячные толпы окружали Его. Но Он с ними Пасху и трапезу не разделил. Он собрал тех, кто были учениками. Есть момент толпы, а есть момент ученичества. С кем Иисус разделил хлеб и вино? С кем? С учениками. Мы же, как церковь, имеем такое учение, что в трапезе, в хлебопреломлении принимают участие люди, которые ученики Иисуса Христа. Что значит ученики? Которые последовали за Иисусом. Которые исполняют учение Иисуса. В нашей церкви есть постановление, что те, которые прошли через водное крещение, которые с Ним заключили завет, которые придерживаются этого завета. А все другое, если сердце твое позволяет тебе, а если нет, проси прощения, пускай кровь Иисуса Христа тебя омоет, спрячься за Его жертву. Еще не поздно, взывай к Богу, только не дерзай по своей святости, не дерзай просто так.
Библия говорит, размышляй, если будешь не размышлять о теле Господнем, может быть пораженный или болезнью, или проклятием, или другими следствиями. Друзья, это святыня Господня. И сейчас служители понесут, и да благословит вас Господь. Когда вы будете брать от хлеба или от чаши, провозглашайте, что если тогда вот эта трапеза Ветхого Завета могла такую силу иметь, то тем более трапеза Нового Завета. Да благословит вас Господь в этом. Будете брать от хлеба, делать это с верой во Иисуса. Он сейчас на троне, и Он смотрит, как мы участвуем здесь на земле, в этой небольшой церкви. Он сейчас за нами наблюдает. Да даст вам Бог веры получить то, что нужно для вас в этот день. Братья, благословение вам. Послужите народу. Позвони, как Христу пришел.
пошли почти ко всем. Вот они идут. Может, кто-то вышел во время этого, может быть, где-то с детками. Если вы имели намерение участвовать и к вам не подошли, поднимите руку, чтобы братья могли увидеть, где вы есть. Все. Тогда побудьте, мы еще служители тоже будем брать от хлеба. Братья, с дерзновением, размышляя о теле Господнем. Следуя примеру Иисуса, мы сделаем так же. Так же и чашу после вечерии сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание». Мы вспоминаем Его, Его страдания. Зверши молитву, Господи, до Тебе, Бог наш, до Тебе підносимо, Боже. О, слава, слава, слава Тобі, Господь, чашу благословіння, яку Ти благословив. І ми сьогодні молимося і кажемо благословіння, слова, що це є важливе для нас, що без цього ми жити не можемо. Це, Господи, найдорогоцінніше для нас. Ми благословляємо цю чашу, Боже, і хочемо, щоб Ти сьогодні, Бог мій, коснувся кожного серця. Хто, Господи, буде торкатися крові Твоєї? Боже мій, хто буде, Боже мій, молитися? Хто буде сьогодні дивитися на кров, яка стікла? Господи, з Голгофського Христа, нехай обмиє його. Нехай, Господи, дай сили, Ісус, жертвувати собою, Боже мій, бо Ти є наша жертва. І якщо буде боліти взавтра, хай, Господи, Боже мій, пожертва ця буде приємна Тобі, Ісус. Алілуя, алілуя, алілуя. Благослови, Господь, народ Твій, благослови кожного серця. Ми, Господи, дякуємо Тобі, Ісусе, що, Господи, ця кров умила багатьох, а ми, Господи, в тому числі, як багато ще людей, які, Господи, не всі, не всім ще, Господи, дано прощення, не всі ще увірували, не для всіх це ефективно, Боже, але сьогодні ми в домі цьому хочемо, щоб це було, Господи, вздоровленням для тіла і для духа, щоб це було, Господи, підбадьоренням для побідоносного життя. В Тобі, Господи, ми це маємо і Тебе за це славимо. Отця, Сина, Духа Святого. Амінь. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть есть от хлеба сего и пьет из чаши сей. Благословение вам.
Книга пророка Исаии, 54 глава, 10 стих написано. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя. И завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Бедная, бросаемая бурей, безутешная, вот я положил камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфира, и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчугов, и всю ограду твою из драгоценных камней, и все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, и тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Вот будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто бы ни вооружился против тебя, падут. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. И так говорит милующий Господь. Я хотел бы, друзья, чтобы мы думали о нем, о его безграничной любви. Только по его любви мы еще живы. Только по его любви мир этот еще живет. Только по его любви эта земля еще не уничтожена. Только потому, что над землей был когда-то крест Иисуса Христа, который и сохраняет нас по сей день. И блаженны те, которые добровольно пришли, склонились у его подножия, у распятого Иисуса, и сказали: «Я, Боже, грешный человек, будь милостив ко мне». Будь милостив ко мне. Господи, мы благодарим Тебя за Твое тихое веяние среди нас. Мы благодарим Тебя за Твое присутствие среди нас, Боже. Если здесь есть душа, которая сильно утомилась, кто ей поможет, Боже? Может, здесь есть сироты. Боже, скажи, что Ты их отец. Может, здесь есть люди больные. Скажи, что Ты есть доктор, целитель наш. Может, здесь есть люди, споткнувшиеся. Ты пришел и сказал, что нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Ты сказал, что пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию, Боже. Я прошу Тебя, ответь по нужде каждого в каждую душу. Я прошу Тебя, Боже, укрепи сегодня церковь Твою. Я хочу Тебя просить, сохрани нас от религиозного обряда. Помоги нам не просто по обычаю прикасаться к телу и крови Твоей. Помоги нам, Боже, прошу Тебя, Иисус. Помоги нам не просто холодным сердцем, безжизненным. Помоги нам гореть по Тебе, любить Тебя, Боже, всей душой прилепиться к Тебе, Боже наш. Помоги нам любить Тебя, Иисус, ибо только Твоей жертвой мы имеем доступ в Твое святое святых небес. Я прошу Тебя, когда рука будет протягивать, Господи, чтобы взять чашу, дай веру в дух получить то, что обещано по вере получить во имя Иисуса. Кому исцеление, дай исцеление. Кому освобождение, кому подъем, кому подкрепление веры. Боже, решение финансовых вопросов, решение материальных вопросов. Я верю, все витамины есть в крови Твоей, Боже. Для духа, для души, для тела, для жизни. Я знаю, это питание для нас. Боже, мы это принимаем. Боже, может, у кого-то проблемы в семье, да придет исцеление в семью. Может, проблемы на работе, да решатся проблемы там. И все это от крови Иисуса и от Твоей безграничной любви к нам. Мы молим Тебя, Иисус, мы просим Тебя.
Все мы блуждали пред Ним, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Если вас пошли, поднимите руку, к вам подойдут. Давайте прославимо Господа. Алілуя тобі, Ісус. Цей день ми прославляємо Твоє святе ім'я, Боже. Ми дякуємо Тобі за те, що ми, не шукавши Тебе, знайшли. Ісус, а по правді знайшов Ти нас. Алілуя тобі, Господи. Слава, слава, слава Тобі, Господь. Кожний з нас не заплатили жодної копійки для нашого спасіння, але Ти, Тату Небесний, віддав свого Сина, саму найбільшу свою дорогоцінність, ради того, щоб врятувати мене, ради того, щоб врятувати моїх братів і сестер, які зібрані на цьому місці в Твоє ім'я. Алілуя Тобі, Господь! Боже, я дякую Тобі! Ми прославляємо ім'я Твоє святе за те, що в цей день ми можемо стати, Боже, учасниками страждання Твого. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що ми є, Господи, єдине тіло Твоє, церква Твоя. Алілуя Тобі, Господь. Боже, нехай сила буде дана кожному, Боже, присутньому, хто став учасником для перемоги над гріхом, для перемоги над злом, Ісус, во ім'я Ісуса Христа. Да буде благословенно і прославлено Твоє святе ім'я, великого Бога. Амінь. А я зараз попрошу команду ашерів приготуватися. У нас буде фінансове пожертвування. Довго запрошувати вас не буду. Я думаю, коли вже не запрошувати, або коли людина так буде сильно розположена, як не після вечері Господньої. Був час, коли люди запитали чоловіка, де та кімната, яку ти приготував для Господа. Були моменти, коли ми шукали щось в своєму серці, якісь емоції, слова подяки, де те, що ми приготували для Господа. Зараз по-іншому трошки дозвольте запитання задати, де ті дари, які ми приготували
для Господа. Давайте зараз будемо мати фінансове пожертвування. Я запрошую, будь ласка, команду ашерів, і тим самим наші служителя будуть продовжувати служіння. Я швиденько хочу представити наших гостей, які навідали сьогодні нас, но вони русскоговорящі. Вот Куркаєв Николай Якович, он буде говорити заключительне слово. Он гость сам оттуда, із Білорусі. Он являється єпископом Побрєцької області і прямо сьогодні ще несе служення. Но також Бог його використовує. Якщо хтось смотрить YouTube, вы можете много проповедей его найти там. Бог его использует в духовных дарах, а также крещение за изгнание, за другие такие, ну, духовные проблемы, духовные болезни. Поэтому мы будем молиться, чтобы Бог его сегодня благословил. Я знаю, что он недавно пережил тоже такую сложную болезнь, но мы верим, что Бог через вас желает сегодня сказать, Николай Яковлевич, к нашей церкви какое-то специальное слово. Многие сегодня из нас в посте. Я знаю, что Бог желает сказать нам слово. Также вместе с ним есть еще один из служителей, пастор церкви из Сакраменто, Алексей Петрович Пустынович. Да. Конечно, если смотреть Союз и Калифорния, это уже ближе, это почти соседи. Но если смотреть вот соседи, которые возле нас, то Калифорния далеко. Мы приглашаем специально вас в нашу церковь. Надеемся, к тому времени будет старший пастор, и вы сможете тоже поучаствовать в нашем служении. Я знаю, что у вас тоже есть слово. Итак, пастор Николай, пожалуйста, благослови вас Бог. Слава нашему Господу за то, что Господь сегодня как одну семью благословляет нас по всему лицу земли, за что благодарение Господу. И мне почему-то, когда я сидел и слушал, то в самом начале звучала одна песня или один христианский псалом: «Вообще концы земли несчастной, везде, где только люди есть, потоком чистым, силой властной, течет евангельская весть». И мы сегодня благодарим Господа, что эта евангельская весть сроднила нас, что сегодня кровь Христа для нас является единственным средством исцеления от греха, за что слава и благодарение Господу. И поэтому я нисколько не сомневаюсь, что в сегодняшний день Господь уже благословил нас, за что благодарение Господу. Уже направил наши мысли на определенный образ мышления, за что слава и благодарение Богу. Я хотел бы, чтобы в сегодняшний день Господь также что-то дополнил из того, что мы уже знаем. Я понимаю, что то, что я буду говорить, это совсем не значит, что вы никогда об этом не слышали. Но иногда где-то апостол Петр даже сказал так: «Я напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл». Помните это Священное Писание? Напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас для того, чтобы мы приняли это Слово Господне, приняли его для исполнения. Я эту мысль повторял не один раз. Очень часто мы приходим в собрание, слушаем Слово Господне, пошли, даем оценку проповеднику. Красиво он сказал, нехорошо. Его речь связанная или не связанная. Но не всегда собираемся исполнять то, о чем мы слышали. Я просто напомню один из случаев, очень коротенько, связанный с этим богатым юношей. Помните, он однажды предстал перед Господом и спросил у него: «Господи, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Христос ему ответил: «Ты же, говорю, знаешь, что надо делать. Знаешь заповеди? Не убивай, не прелюбодействуй, не крадь». Говорит: «Знаю». «Так что ты тогда спрашиваешь?»
И весь смысл заключался в чем? Он чувствовал, что ему что-то не хватает этому юноше. Господь его полюбил, за что он исследует свою жизнь очень серьезно. И позже ему сказал, я тебе скажу, что тебе не хватает. Помните, что он ему сказал? Я своими словами передаю, чтобы немножко сократить время. У тебя есть идол, богатство, на которое ты надеешься. Дело не в том, что он имел богатство, не в этом дело. Господь дает его в ту меру, которую надо, и каждому. Но когда мы надеемся на него, это уже минус наш. Он говорит нам, ты надеешься на богатство, тебе идол твое богатство. И теперь надо его разрушить, этого идола. Пойди, свое имение продай, раздай нищим и приходи, следуй за мною. Вы помните, как юноша отреагировал? Надо было бы, наверное, пасть на колени, поблагодарить Господа. Господь, благодарю тебя. Наконец, ты мне указал, в чем проблема моя. Ты мне показал, где мой минус, где я не так мыслю, где я неправильно положил свою надежду. Но это у него был очень сильный удар по его сердцу. Он огорчился, повернулся и ушел. Огорчился, повернулся и ушел. Не знаю, может быть, будущее время. И он опять обратился к Иисусу Христу. Но Библия об этом не говорит. Она говорит, потому что он выслушал все, что надо, но это было для него неприемлемо. Пусть Господь благословит нас, то, что мы выслушаем, чтобы оно было приемлемо для нас. Чтобы мы могли исполнить это слово Господне, за что, конечно, мы будем благодарить Господа нашего. Я хочу передать вам привет, прервать свою мысль от наших церквей Брестской области. Это 157 церквей у нас, где-то около 14 тысяч членов. Ну, для Беларуси это не маленькое число, для Украины, наверное, это маленькое. Там Ровенская область одна больше, чем Беларусь. Но, тем не менее, для нас это немало. Конечно, от нашей церкви спасения города Барановичи 1364 члена на сегодняшний день. И все они передают вам христианский привет и желают вам обильных Божьих благословений. Я читаю один из текстов Писания. Я постараюсь говорить коротко, потому что я чувствую некое неудобство после вот этой болезни, которую я имел. Я не чувствую свободной речи, как раньше было. Вот прекрасно понимаю, что что-то мешает еще немножко. Но я вам хочу сказать, что случилось здесь в Америке. Я ехал на служение, потом в машине случился удар, отнялась правая рука, отнялась правая нога, отнялась речь. В общем, меня вытащили с машины, уже вызвали скорую помощь, отвезли в госпиталь. И там врачи развели руками, не знают, что случилось, но в течение часа вернулось все. И нога стала работать, и рука стала работать. Правда, речь не стала работать. Мне задают вопрос, я начинаю отвечать, на что я говорю духом. Думаю, по-русски отвечаю на ином языке. Я прекратил все это, и думаю, ну и позже стал язык заплетаться на русском языке уже к концу дня. Давление было очень высокое, измерили, было 240 на 195. Это, знаете, что это ненормальное давление было. Но проверили кругом, говорили, что может инсульт, может кровоизлияние. Никакого кровоизлияния не нашли. Следующий день проверяли ультразвуком здесь. Шумело у меня в ушах, кричало все, но тоже ничего не нашли. Я прекрасно понял, что Господь вмешался. Потому что я говорю о том, что вспоминаю один из текстов Писания, который говорит так, что «всякое даяние доброе и совершенный дар не сходит свыше от Отца Света, у которого нет изменений и ни тени перемены». Там было личное вмешательство, если даже через врачей пошли, это работа Божия, это работа не человеческая. За что благодарение Богу? Поэтому я постараюсь сказать четко, ясно, и хотел бы, чтобы сегодня, конечно, Дух Святой произвел свою работу в нашем сердце. Потому что сегодня очень чудесные слова были сказаны о Голгофской жертве, о силе крови Иисуса Христа. И брат читал одно место Священного Писания, 22 главы Евангелия от Луки. И там дважды употреблялось вино. Вы помните? Первый раз до хлебопреломления, потом хлеб был преломлен,
а потом уже опять чашу после вечера взял. И есть смысл особый. Я не буду развивать эту мысль очень сильно, но вы помните, что кровь Христа тоже дважды была пролита. Вспомните Евангелие от Иоанна. Первый раз, когда на кресте висел, и впоследствии, когда умирал, помните, были слова «совершилось». Совершилось спасение. Пролита кровь для спасения человечества, за что благодарение Богу. А потом пришли воины, чтобы снимать тело с креста, перебили в одного разбойника голени, он еще жив был. Перебили у другого, подошли к Иисусу, а он мертв, уже голени не перебили. А потом что было, помните? Один из воинов взял копье, проложил ему ребро, и истекло что? Вода, и что еще? И кровь. Благодарение нашему Господу, что мы получили спасение через пролитие крови на Голгофском кресте. А сегодня находится под защитой крови Христа, за что благодарение Богу. Она течет непрерывно над нами. Я просто хочу убедить тех, кого сегодня, может быть, мучает грех внутренний, может быть, мыслями мучает, может быть, дьявол внушает человеку, что ты не спасенный. И часто говорят, если бы еще люди знали, что у тебя внутри делается, они вообще с тобой никакого дела не имели бы. Но я благодарю Господа за то, что кровь Христа непрестанно течет и омывает нас от всякого греха. Помните это место Священного Писания? Кровь Христа омывает нас, не омыло и не омывает, а омывает постоянно. Поэтому если мы сегодня воюем с грехом внутри нас, если он влечет нас куда-то, но мы побеждаем его, то благодарение Господу, Отец Небесный, вот от нас через кровь Христа, и мы спасенные люди, за что благодарение Богу. Если мы падаем под ударами, теряем спасение, здесь надо возвращаться к Господу. Господи, прости, омой твоей крови. А если мы воюем с грехом, если мы побеждаем, то благодарение Богу, Бог видит нас чистым и святым, за что благодарение Богу. Ибо смотрит нас через кровь Христа. Она течет непрерывно, написано. Слава Богу и благодарение. Вот не унывайте никогда, но знайте, что к вечности должны приготовиться. Освободиться от мыслей, освободиться от различного рода похоти. Потому что с похоти мы в вечность не войдем. С похотями мы в вечность не войдем. Но до сегодняшнего дня мы спасенные люди, за что благодарение Богу. Поэтому я читаю еще одно из мест Священного Писания. Хотел бы, чтобы Дух Святой напомнил и вам, и мне об этих истинах. Первое послание к Фессалоникийцам. 4 глава. С 8 по 12 стихи. Итак, непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого. О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. Ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляю же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались. Я обращаю внимание на одну деталь этого текста Священного Писания, потому что Священное Писание учит нас, как нам надо жить. Вы помните один из текстов Писания? «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». И что она делает? Научающая нас, чтобы мы правильно и целомудренно жили в нынешнем веке. А я не хочу учиться. И что может быть в конце? Большие проблемы могут быть. Я должен учиться. Благодать учит, как мне надо жить. Она учит. Она научает нас, за что благодарение Богу. И я не могу отказаться от этой учебы. И на что я обращаю внимание? Умоляю же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо. Усердно стараться о том, чтобы жить тихо. Оказывается, чтобы жить тихо, не так-то просто бывает в жизни. Не так-то просто бывает жить тихо. Хочется пошуметь,
хочется еще что-то, хочется еще что-то. А Писание говорит, ущербно от всего сердца. Стараться. Что значит стараться? Усилия надо прикладывать, чтобы жить тихо. И дальше написано, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедали вам. Да то место Священного Писания. Я обращаю внимание, кому же это обращено, это место Священного Писания? Усердно стараться о том, чтобы жить тихо. Я читаю из первого послания к Тимофею со второй главы. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеку, за царей и за всех начальствующих, дабы породить нам жить тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Это нам всем. Нам. Жить тихую и какую? Безмятежную. Вот оказывается, в чем дело. Речь не идет о том, чтобы нам удовольствовать тем, что проспим все собрание где-то. Жили тихо. Или что-то где-то происходит в жизни, и мы говорим, моя хата с краю, я ничего не знаю. Вы, наверное, знаете такое, поверьте, такой образ мышления. Речь не об этом речь идет. Жить тихо. Жить в Духе Святом. Безмятежную жизнь проводить. Кому-то, ко всем нам. Дальше я читаю. Еще один текст Писания. 1 Тимофею, 3 глава, 1-7 стихи. Верно слово. Если кто, епископ, что желает, доброго дела желает, но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не крестолюбив, но чих и миролюбив. Оказывается, и меня Бог хочет, чтобы жил тихо. Ты других учишь жить тихо, но сам не умеешь жить тихо. Вот, пожалуйста, вот требования, которые проявляет Бог к служителю, говорит, чтобы был миролюбивый. Есть люди военные. Я однажды недавно говорил на одну из тем, затронул вопрос, касался Давида. Помните, он в свое время захотел построить дом Господу. И пророку Нафану объявил свое желание. Пророк Нафан сказал, ну, Давид, делай сразу же. Бог с тобой и так далее. Для Господь говорит, а Нафан, обожди немножко. Скажи ему, ты человек воинственный, ты вел большие войны, ты пролил много крови, потому ты мне не построишь дом. А вот сын твой Соломон, который из твоих чест позовет, он будет человек мирный, он мне построит дом. Хотя Господь сказал, он в тысячелетнем царстве будет царом над всей землей Давид. Бог не снял с него никаких обязанностей. Он не сделал ему милостью, но сказал, ты человек военный. Ты человек воинства, ты пролил много крови, поэтому не построишь мне дом. А вот сын твой Соломон, он построит мне дом. За что, конечно, благодарение Богу. И очень хотел бы, чтобы мы сегодня действительно учили жить тихо. Чтобы имели благословение от Господа. Я вспоминаю один из случаев, когда две сестры беседовали. И одна из сестер сказала так. Она говорит, ну тебе хорошо, что в тебе за проблемы? Тебе муж проповедник, он хорошо проповедует, вы хорошо живете. Она отошла и думает, о, если бы ты знал, какой он у меня проповедник. С утра до ночи бум-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 бум, говорит, не так постирала, не так повесила, калитку не закрыла, посадила цветы не там, где надо. Вот какой у меня, говорит, проповедник. Человек, который научился жить тихо. Вы понимаете, о чем я говорю? Он не умеет жить тихо. Как только прошел где-то, сразу сжигает все мосты за собой. Сразу огонь разжигается. Господь говорит, учите жить тихо. Я не веду некоторые моменты жизни. Тихо, тихо, нормально все, прекрасно. Мы делаем свои решения, отстаиваем свои позиции. Это не значит, что мы неправильно делаем. Но в то же самое время мы делаем это с миром, за что благодарение Богу. Я вспоминаю один случай. Тут есть из Барановича, братья сидят, они, может быть, поймут, о ком я речь веду. Когда очень сильно заболел один из деканов нашей церкви. Это было то время, когда нельзя было не работать.
власть заставляли работать, особенно служителей. Работать. Они хорошо знали, что если не будешь работать, то с церковью будешь вести дело более плотно, и там будет успех, потому что заставляли работать. Это был пенсионер уже, который был на пенсии. Мы все работали. Ну и, как правило, похороны или что-то, ну кому надо. Все же на работе работаем. Я помню, один из братьев у нас был, работал на скорой помощи. Он просится: отпустите меня с работы. Куда тебя отпустить? Сестру хоронить надо. Ну, сестру надо хоронить, иди хорони. Прошло 2-3 недели опять. Что тебе надо? Отпустите, что надо? Сестру хоронить надо. Поглядели, говорят: ну иди хорони. Потом третий раз. Опять сестру хоронить надо. Оказывается, он сестер во Христе хоронил. И, конечно, когда узнали, вот обожди, ты ж думай. Я сам работал мастером в свое время в городе Муроме после учебного заведения. И там тоже часто отпрашивали с работы. Вы знаете, я знаю, насколько это непросто отпустить с работы человека. Мне же надо поставить на его место кого-то, чтобы цепочка не прорвалась. Потому я то вызываю, то с отпуска вызываю, кого-то надо, то на вторую смену прошу останься, я говорю, тебе вдвойне заплачу, и так далее, и так далее. Но это же не просто так отпускать. И когда человек работает где-то, я хорошо понимаю, насколько не просто начальство отпускать, через неделю отпускай. И потому очень были ценные люди, которые были свободны. И вот однажды заболевает этот брат. Он был очень послушный брат. Ему одно приказание дал, он идет, делает. Ну вот однажды заболел очень сильно, рак. За короткое время, наверное, за месяц полностью все так с него съехало, и жир съехал, и все съехало, ничего нету. Я стал молиться: Господи, по церквам стали молиться, ну нет уж людей таких свободных, нам он нужен. Господь говорит: вы молитесь, но он умрет. Да, говорит Господь, он мог бы еще пожить, он нужен людям, но он умрет, потому что он не исправится. Я слушаю, говорю: Господи, почему, где он не исправится, почему он не исправится? Господь говорит: ты знаешь, что он делает? Он говорит: идет, делает дело, которое ты ему поручил, а сам на других клевещет. А почему они не делают? А почему они такие? А почему они негодные такие? Почему они, говорят? И он делает вред очень большой этим. Потому он умрет. Вот понимаете, вот как непросто все вот это получается. Я пришел с ним, побеседовал, Господь говорит: я его приготовлю, и он умрет. Умрет. И он умер через короткое время. Потому что разжигал не тот огонь, который надо. Я помню, однажды один такой случай был тоже. Похороны, я работал, все братья работали. И пришлось совершать похороны. Он приходит, никого нету. И он начал: а почему братьев нету, а почему они не заботятся об этом? Одна из сестер говорит ему: брат Володя, да я тебе сейчас полчаса вот сяду на телефон. Ну как сяду на телефон? Вы знаете, такое выражение есть. Мы же не садимся на телефон. Сел на телефон. Ну, начал звонить, говорит: сяду на телефон. Думаешь, так вот, как это сел на телефон? Как это, Боже, говорит, севший на телефон? Да такое выражение у нас есть такое, мы его понимаем правильно. Она где-то полчаса позвонила, собрала людей, обзвонила, собрала транспорт, поехали хоронить. Смотрю, я как-то было время собрал церковный совет, смотрю, этот брат приводит эту сестру. Что, брат Володя, в чем дело? Ты понимаешь, лечить не в свое дело. Как не в свое дело? Что она сделала? Какое дело? Один из братьев говорит: я сейчас побегу, я узнаю, какое дело. Говорит: ты знаешь, что, говорит, она похороны организовала. Это не ее дело. Брат мой, да у тебя вот совесть есть или нет? Нас никого нет. Она постаралась сделать дело. И ты, говорит, ее разбор на церковный совет, говорит: Вера, иди, говорит, мы разберемся тут с братом, будем разбираться с ним. Вот понимаете, как это важно? Научиться жить тихо, делать свое дело. Ты делаешь свое дело. Какое твое дело, что кто-то не делает его? Ты делаешь свою часть, которую ты можешь делать. И все. Делай спокойно. Делай свободно. Но он будет отвечать, если он не хочет делать. А ты за что будешь отвечать? Ты же делаешь то, что ты можешь делать. Ты же не можешь делать за кого-то полностью все. И вот Священное Писание говорит: учите, чтобы жить тихо. И делать свое дело собственными руками.
Не разжигайте этого огня, который часто люди делают. Вы знаете, что есть такой чуждый огонь, который люди очень часто зажигают. Говорят друг о друге. И с таким вот наполнением отрицательным. И восстали вы одни против других. Я как-то наблюдал даже такую картину. Две сестры никак не могут выяснить, что между ними произошло. Были такие очень тесные отношения между ними, хорошие взаимоотношения. Вдруг одна из них заметила, что та что-то имеет против нее. Она думает, в чем дело? Что я ей сделала такого? Почему разорвались отношения эти? Потом однажды выясняется, вмешалась третья сестра. Взяла, наговорила это и на эту, и посеяла взаимоотношения. Вражду посеяла, и все. И люди не знают, что откуда произошло. Чуждый огонь разожгли. Пусть Господь благословит нас на сегодняшний день, чтобы мы никогда ничего отрицательно друг о друге не говорили. Это не значит, что мы должны закрыть глаза на какие-то вопросы. Это не значит, что мы должны черное называть белым, белое черным. Я совсем не об этом говорю. Мы должны называть то, что своими именами, то, что мы видим, но с той целью, чтобы помочь друг другу, чтобы остановить его, чтобы получил благословение. Вы понимаете меня, о чем я говорю? А не для того, чтобы вражду посеять лишнюю. Кому она нужна, эта вражда? Кому она нужна? Поэтому пусть Господь благословит нас. Я читаю еще один из текстов Писания. И Евангелие от Луки, 10 глава, с 38 стиха. Речь идет о Марфе и о Марии. Я когда-то, может, где-то на дисках выслушали эту тему. Я ее конкретно развивал, эту тему. Пришла Марфа, позвала Иисуса в дом свой, хотела накормить его. Она приготовляет пищу, а Мария сидит и слушает Слово Господне. И вдруг что-то вот заело тут внутрь у Марфы. Она приходит и говорит ему: «Господи, Господи, неужели тебе нужды нет?» Получается, что она обвиняет Иисуса: ты не можешь вникнуть в атмосферу нашу. Ты не можешь понять, что у нас неправильно все идет. Вот Иисус Христос, оказывается, не разбирается по нашему мнению иногда, не так понимает, как мы понимаем. Надо его исправлять. Господи, неужели тебе нужды нет? Дальше добавляет, что сестра моя меня одну оставила. А это уже слова, которые восстанавливают, пытаются восставить Иисуса Христа против сестры. Вот такие у нас часто бывают молитвы. Господи, до каких ты пор будешь терпеть его, или моего мужа, или моего соседа, или моего диакона? Он мне надоел настолько сильно, Господи, я же знаю сам, как он себе. Я знаю прекрасно его отношение. О чем ты просишь? Зачем ты восстановишь меня против него? Ты благословляй его, чтобы я мог благословить, чтобы его мнение поменялось, чтобы атмосфера поменялась. Вы понимаете меня, что я говорю? Но зачем этот ропот? Это же не молитва, а ропот. Это же ропот. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы не делали так никогда. Бог понимает наши взаимоотношения все, очень хорошо понимает их. Он понимает, откуда что исходит. И не надо его восстанавливать против кого-то. Это не то, что мы делать должны. И дальше. Значит, чем кончилась эта короткая беседа Марфы с Иисусом? Господи, неужели тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила? И дальше следует команда Иисуса. Скажи ей, чтобы она помогла мне. Иисус говорит: ты командовать будешь мною. Я вспоминаю другой случай, когда я жил тогда в Нещеве некоторое время, потом переехал в Барановичи. Где-то в 4 часа ночи звонит одна сестра. Брат Николай, помолись за сына, говорит. Бросается на стены, стучит кулаками в стены, беснуется, по сути дела. А что получилось? Это был молодой человек, лет 18 от возраста. Его прыщики на лице появились. Знаете, это уж неприятно.
Он давай молиться, Господи, исцели меня, убери эти прыщи. Молится, молится, ничего не получается. И до того дошел, дьявол через мысли до того добил, говорит, бросается на стены, орет, стучит кулаками в стену. Я стал молиться, Господь говорит мне, скажи им, пусть они не думают, что я в них рабом буду, что я буду выполнять их команды. Я не был их рабом и никогда не буду. Пусть Господь благословит нас на сегодняшний день, чтобы мы хорошо понимали, как нам надо учиться, чтобы жить тихо. В смирении, в семье особенно. Я недавно видел такое откровение, я очень редко их вижу. В одной семье у нас конфликт произошел, где-то 3 года, что никак не могут порядка навести в семье. Ну и брат жалуется, говорит, не знаю, что делать, не знаю, как. Вы знаете, что я вижу, вообще-то сновидение такое было. Вот приходит пророк и говорит, я тебе сейчас покажу, как эта сестра, значит, ведет себя. И вот смотрю, я буквально скопирую, сидит где-то там, моет посуду. Потом глянула так, как боксер, тут-тут-тут. Пошла дальше. А ходит сзади опять, тык вот так вот, как боксер, боксерская стойка, и пошла дальше. Вот ее работа в семье. Никак не хотят люди научиться, чтобы жить тихо. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы могли делать свое дело и собственными руками, не чужими руками. Чужими руками. Я как-то помню один такой случай, тоже, может, там вот брат с сестрой, Веня с Тамарой сидят, может, они поймут, о ком речь идет. 2 молодых человека созывают однажды собрание у нас в церкви. Знаете, это же ненормально. Я пастор, декана, они собирают собрание. Собрали собрание, такой узкий круг. Брат спрашивает, что такое? Говорит, надо брата Николая снимать с пастора. Ну, как бы, я думал на него, говорю, ты что в самом деле? Покрутил его у виска, говорю, тебе с головой нормально или ненормально? Головой у вас? Проходит короткое время, я как-то думаю, Господи, а в чем же дело? Что? Почему не пошли? Смотрю, сидит один пожилой брат сзади и ухмыляется. Он настроил и послал вперед. А сам сзади остался, за кадром остался. Пусть Господь поможет нам делать дело, какое то ни было, своими собственными руками, а не чужими. А не чужими. Чтобы делать свое дело и жить тихо. Поймите меня прав, я имею в виду тихо, не то, что спать на скамейках, это тихо. Нет, я не это имею в виду. Но не бунтоваться ненормально. Вот в чем дело все. Не поднимать конфликтов, которые не совсем не стоит о них думать даже. Поэтому когда Господь нас благословит сегодня миром, благословением, пусть это слово ляжет на наше сердце. Я его не выдумал, я его не придумал сам. Я читаю то, что здесь написано. Я, правда, на некоторых пунктах не остановился, чтобы так же и жены, и так далее, а учить жене не позволяю. Знаете что, я знаю, одна сестра у нас есть, тоже такая, хорошая сестра была, пророк. Но потом настолько упало какое-то заблуждение. Бунтовала церковь все время. Я как-то не могу понять, потому что пророк, как это может быть так? И однажды снять надо пастора, подбухторила всю церковь, написали заявление. Я приезжаю туда, спрашиваю, в чем дело. Мы ничего против него не имеем. Я подаю заявление. Смотрите, вот ваше заявление, вот ваши подписи. Ваши подписи все. Что вы против имеете? Ничего против не имеем. Я опять говорю, вот ваше заявление, снять его, что вы хотите? Нет, ничего не имеем. Оказывается, эта сестра во главе стала. Потом пришло время, я опять спрашиваю, Господь, ну как ты расценишь ее действия? Господь говорит, вандализм. Знаешь, что такое вандализм? Это человек, который разрушает все ценности, который ничего не признает, как вандал делает дело. Второй раз было такое тоже дело, когда я был в Испании, в Мадриде, там тоже одна сестра вела себя очень скверно и в семье, и в церкви. Как пророк.
Через мене Господь говорить, через мене то, через мене то. Ніякої управи на нього нету. Однажды они подвели эту сестру, стали молиться. Ну как подвели? Они не сказали, что вот эта сестра. Они одного, другого, третьего, потом еще ее стали молить. Я возложил руки, она как завоется, как упала на землю, как стала выйти. Говорю, все, сестра, в чем дело? Говорит, это ж пророк. Настолько много зла наделала в церкви. Семью почти развалила. Как она плакала после этого? Смирилась, все. Братья, молитесь, братья, простите. Но не могла в то время жить тихо. Кто-то сзади подкручивает, нечистый. Поэтому я не буду дальше проповедовать, мы просто склоним колени, будем молиться. Но если кто-то до сегодняшнего дня не умеет жить тихо, пожалуйста, выйдите сюда, вперед, мы будем молиться о том, чтобы Бог благословил вас. Чтобы вы научились жить тихо. Чтобы получили благословение Господне, чтобы милость Господня была с вами, потому что то, что мы делаем неугодно Господу, оно в свое время очень негативно отразится в нашей жизни. Вы поймите правильно, что написано. Как ты поступал, так будет и что? Поступлено и с кем? И со мной тоже, если я неправильно что-то делаю. Здесь это правило работает для всех. Поэтому пусть Господь нас благословит. Пусть Господь поможет нам покаяться, если мы этого не понимали. Если чего не открылось вот это, пусть Господь поможет нам покаяться. Есть такая жертва была в книге Левит, начиная с 4 главы, кажется, я не помню точно вот эти главы. Там такие 4 основные жертвы. Жертва за грех была, жертва повинности, жертва благодарения, жертва посвящения. Вы помните эти жертвы? Жертва повинности за грехи неведения народа. Который делал грех и не знал, что это грех. Который считал, что это нормальное явление. Который считал, что так надо, чтобы было. Господь говорит, тогда, помните, когда еще даже помазанный священник разберется в том, что согрешил где-то, то пусть приносит жертву повинности. Потому что давайте мы не будем думать, что если мы не знали, что это грех и делали его, что все так просто сойдет. Ничего не сойдет так просто. Вы помните это место Священного Писания, которое объясняет эту ситуацию. Кто знал и делал, то что? Бит будет много. А кто не знал и делал, то бит будет что? Меньше. Но не написано, что не будет бит. Я часто говорю, когда эту тему затрагиваю, что братья и сестры, я не хочу быть битым, даже хоть по-маленькому. Это очень больно, когда Бог начнет бить. Я хочу увидеть то, что я делал, не то, что покаяться перед Господом. И все. Эта проблема будет решена. Давайте мы склоним наши колени, поднимемся на ноги. Возблагодарим Господа за все, что Дух Святой сегодня напомнил нам эту истину. И пусть благословение Господне распространится на всех нас. Молимся. Господь, великий и всемогущий Божий, благодарим и славим Тебя за Твое великое милосердие, которое было явлено на Голгофском кресте, Господь. И мы благодарны Тебе за то, что сила Твоей любви увеличивается к нам с каждым днем. Слава Тебе за кровь завета, которая сильна и могущественна, которая, Господь, хранит нас и очищает нас, дорогой Господь. И мы благодарны Тебе за то, что сегодня в стане Твоего народа действует Дух Святой, который могущественно и сильно напоминает о действии Твоей крови, о действии Твоей благодати, Господь. И Ты сегодня напомнил нам, что Ты так любишь людей, которые живут тихо и мирно, которые умеют наводить порядок, мир и благословение, а которые искренне молятся Тебе, Господь. Поэтому в Твоей великой любви открой Твои благословенные источники, вдохни Духом Святым на Твой народ, омой нас и очисти в Твоей святой крови и научи нас жить тихо и мирно, Господь. Усердно стараться о том, чтобы жить тихо и мирно, Господь. И дай Твою святую милость, чтобы Дух Святой мог распространить свое влияние на всех наших родных и близких, Господь. Может быть, они конфликтуют с нами, может быть, не воюют против нас, Господь, но научи нас не воевать против них, а благословлять их,
провозглашать Твою победу, победу в крови Твоей, победу в Духе Святом, Господь. Поэтому благослови нас, как Твой народ. Открой Твои источники и уведи нас в глубокие, благословенные потоки, которые принесли бы нам радость и благословение, Господь. Помажь Духом Святым Твой народ. Отдай крылья веры для того, чтобы они могли поднять нас над нашими жизненными проблемами, над нашими трудностями, над нашими переживаниями, Господь. Ты знаешь, сегодня материнские и отцовские слезы, которые они проливают за своих детей, которые непослушны, которые непокорны, Господь. И ты знаешь, это последнее время, которое очень быстро идет, которое скоро кончится, хотя мы не знаем, когда это будет, Господь. Но мы просим Тебя, открой Твои источники любви и благословения. Сделай с нашими детьми свою работу, ту, которую Ты считаешь нужной сделать, чтобы они обратились к Тебе, чтобы склонились на колени, чтобы они дополнили число народа Твоего, чтобы Твоя святая любовь могла быть действующей и открытой, Господь. И я прошу Тебя, благослови эту церковь, благослови каждого члена в отдельности и всех вместе, благослови, Господь, служителей этой церкви и дай им Твое действующее помазание, Господь. Когда они будут молиться, пусть власть Твоя будет проявлена в исцелении болезней, пусть, Господь, сила Твоя проявится в изгнании бесов, пусть, Господь, будет свободен каждый член этой церкви, и пусть Твоя святая любовь еще пленит многих, которые не знают Твоего святого имени, которые не доверяют Тебе, Господь. Удали все силы тьмы и дай Твое благословение, открой Твои источники, и пусть Твоя святая любовь умножается между всеми ими. А за сегодняшнее служение, за Твою чудесную благодать, за силу Твоей любви, прими от нас хвалу и благодарение, как вечный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. И на земле, как и на небе, хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не уведи нас в искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Я быстренько декілька оголошень. Оголошення номер один. Я хочу закликати всіх, в кого розположене серце, пожертвувати і підтримати служіння там, де трудиться брат, на тій землі, де вони працюють. Всі, хто має фінанси, хто відкритий це зробити, зробіть це з честю, зробіть це, якби ви робили це для Ісуса. Ашери, God bless. Ще одне оголошення. Слухайте уважно, всі ті, в кого є дітки-сироти, які гостять у вас. Адріана деякий сюжет вже вам роздала. Звичайно, можливо, не все вам вийшло вивчити з цими дітками. Адріана просить вивчити, що можете. Особливо там є вірш про... Дай Боже пам'ять. Адріана, поможіть мені. Про Україну. Правильно. От його треба вивчити. Помимо того, я знаю вас багато... Браття, можна я теж поучаствую? Помимо того, хто із вас може вивчити біблійні вірші або християнські вірші, вивчити пісню з дітками, зробіть це. Наступна неділя, вечірнє зібрання, не сьогодні, через тиждень, це буде, якщо не помиляюсь, 12 число, ці дітки будуть мати участь в програмі вечірнього собрання. Отже, до наступної неділі, за тиждень часу, поучіть ці вірші. І в наступну неділю, за годину до вечірнього зібрання, треба привезти цих дітей сюди, ми будемо мати регіональну таку репетицію. Це вже буде final one. Всіх поставимо в своєму порядку. Наступна неділя, значить, діток треба привезти на 5 годин, не пізніше, на 5 годин вечора. Це, що стосується діток-сиріт.
Ще одне. Прямо зараз я попрошу деяких людей, які сьогодні були в постій молитві за нужду, за яку... Давайте скажу так, щоб не розпространятися, але предельно будь чесним. В одній сім'ї, не буду називати, яка є нужда. І ця сім'я не рішила зразу вирішувати це питання на рівні всієї церкви. Вони обдзвонили своїх друзів, щоб сьогодні їхні друзі побули в пості і підтримали їх в нужді. Враховуючи, що в нас є сьогодні гості, ми прямо зараз, поки тут брат Микола буде закінчувати це зібрання, ми прямо зараз, всі, хто в пості за ту нужду, ви знаєте, хто ці люди, ми пройдемо туди, в кімнату, де пастор обично збирає служителів, і там помолимося. Чому ми не можемо дочекатися до кінця, бо брат і гості наші будуть спішити на інше зібрання. Хочемо ще помолитися з ними там. Тому... Остальні вже нужди і оголошення скаже брат Микола, а вам всім благословінь, всі, хто були в пості за ту сім'ю, будь ласка, направляйтесь вже туди. Тут є оголошення ще одне. Друзі, дорогі, ми живемо і біль, і радості переплітаються, і сльози ми бачимо. І поступила така тривожна новина. Померла сестра нашої Рози Деркач, сестра Денисюк Галя, їй 50 років. Семеро діток залишилося. Тому, друзі, давайте встанемо на наші ноги і включить оператора пісню хор нам. Разом з хором заспіваємо. Вот уж многие святые. Будь ласка, операторів, включіть. Друзі, дорогі, чоловіка в неї немає, осталось їх семеро дітей. Тому давайте вознесемо молитву. Взагалі, хай Бог підкріпить і нашу сестру Розу. І візьмемо уділ, і візьмемо до уваги, що ці сироти залишилися, щоб ми також, наша рука була простягнута. Тому давайте помолимося за цих дітей. Отець наш, ми величаємо тебе, Боже. Ми не знаємо, чому робляться деякі речі так, Боже. Господи, але ми не знаємо, що ти Бог. Господи, в вічності, можливо, ми зрозуміємо це. Господи, слава тобі за все. Боже, Господи, ти візьми в свій уділ цих діток, Господь. Хай твоя рука не відходить від них. Господи, хай обрати взор святих твоїх, Господи. Хай ім'я Твоє буде прославлено через служіння сиротам також. В ім'я Твоє просим, благослови, Господи, також Розу, потіш її серце. Господи, Ти можеш це зробити. В ім'я Твоє просим, наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Амінь. Присядьте, будь ласка. Оголошення ми маємо такі. З 8 по 13 з 8.13 по 8.15 буде кемп в нашій церкві. Слідуюче місце, я зрозумів, перший раз читаю це оголошення, тому вибачаюсь.
дуже потрібна поміч на кухні. Сестри, відгукніться, будь ласка, хто в який день може прийти працювати. Після служіння прийдіть до Вери Боришкевич. Дайте знати, коли ви прийдете. Дякуємо. Кемп 3 дні буде. Кемп недільної школи. Тому, друзі, прошу, підійдіть до Вери Боришкевич. Хто скільки може помогти? Півдня, 3 години, вечір, ранок. Зголосіться. Хай Бог благословить вас. Зробіть, будь ласка, автомобілі, які ми залишаємо, друзі. Там на сідушках або на видному місці не оставляйте цінні речі. Просять ашери. Всякі цінні речі ви або ховаєте, або беріть з собою. Тому, що, знаєте, не всіх віра написано. Ну, хтось хоче придбати те, що не належить йому. І не даваємо спокуси таким людям робити цю спокусу. Тому селфони, гаманці свої, комп'ютера забирайте з собою або ховайте. Ми дуже раді, що з нами наш брат Андрій вже. Ми знаємо, що ми молились за його не раз, Прохор Андрій. Так сталося, він був затриманий, але ж розібравшись, ми молилися, щоб правильно розібрались влади, і все нормально зараз. І вчора в нього був день народження. До однієї радості ще одна радість. І тому, коли ми будемо молитися, Андрій, поздравляємо, коли будемо молитися, згадаємо за Андрія, також за сім'ю його. Хай Бог благословить їх. В четвер ми будемо мати церковну раду на 7 годин. Брати, в четвер 7 годин церковна рада. Підростки сьогодні на 4:30, будь ласка, прийдіть в церкву. Сьогодні ввечері ми будемо мати зібрання з участю підростків. І прохання 4:30, щоб ви були вже в церкві. Хто участвує, ви знаєте. Ще прохання чергові на ніч ми об'являли. Коли буде кемп, чергові на ніч треба. 2 ночі, 2 чоловіка на 1 ніч. 4 чоловіка треба. Тоже прийдіть і зголосіться. Наші діти, і хто вільний, або хто міг би це зробити, будь ласка, прийдіть і зробіть. Вадим, брат, ти маєш оголошення? Будь ласка, ми будемо тоді зачитувати потреби наші після твого оголошення. Слава Богу, церкви. Цей раз я приніс листочок, щоб не забути, за що сказати. Перше всього, брати, сестри, хочу сказати слава Богу. Як ви знаєте, я був хворий, мог бути на нашому хрещенні, але сьогодні я мог бути на 2 хрещеннях, ще попав в нашу церкву. Слава йому. Друге, брати, сестри, я хотів би, як церква, да, ми сім'я, а також нашої молодіжний табір, лагер починається 17 числа. Я хотів би попросити, як наша сім'я, щоб ви молилися, щоб Бог благословив, хто буде там говорити, співати, що ми не будемо робити, щоб просто Господь проговорив до молоді, так само, як до нас. Амінь? Амінь. Друге, дехто з кемпу не мали фінанси заплатити за табір, то на слідущу неділю я попрошу вас, не робіть їжу, не робіть щось солодке. Ми хочемо зробити такі, ну, продати солодке, і також дядь Володя хоче допомогти, зробити плов. Вже фінанси заплачені за всі, що їдуть на кемп, але ті, що їдуть на кемп, вони також хочуть їм послужити. Ми хочемо також благословити нашу групу, хто їде на Мексику. Це вже на третє, що я переходжу. Це, так що 12-го, слідущу неділю, будь ласка, принесіть пару доларів, купити, благословити групу. І група, що їде на Мексику.
Я також хотів би, щоб ви молилися. Я хотів би представити. Знаєте, не знаю, як буде на небі, але знаю, що деякі люди прийдуть на небо і буде вопрос, як ти пізнав Христа? Через кого? Хто тобі допоміг? Дехто скаже, ну, через дядю Колю. Дехто скаже, через Васю. Дехто скаже, ну, хор так просто співав, і я просто почув Христа. А дехто прийде і скаже, одна група Церква Життя приїхали в Мексику на пару днів і проповідували. І я пізнав Христа. То я би вас попросив, церква, як сім'я, щоб ви почали молитися. Хто може в пості, можете поспрати, щоб просто Бог благословив групу, як вони поїдуть туди, щоб Господь просто їх використовував там. Дякую за уваження. Дякуємо, Вадим, дякуємо за твоє переживання. Дорогі брати і сестри, дуже прошу помолитися за мою сестру Ліду. Вона знаходиться в госпіталі в тяжкому стані після інсульту. Дуже дякую, сестра Галя Озеруга. Будемо молитися. Брати та сестри, прошу помолитися за мого племінника Давіда, щоб Бог поставив охорону над ним і щоб Бог поміг залишитися вірним Господу. Щиро дякую. Брати та сестри, разом з вами хочу принести подяку Господу за його заботу, охорону в житті нашої дочки Наталочки. Їй цього тижня виповняється ще один рік життя. Нехай його благословення буде і надальше в її житті. Саша Хочай. Будемо молитися. Вітаємо. Хай Бог благословить. Будемо ще раз дякувати за цю милість. Дорога церква, прошу свершити молитву за спасіння душі моєго внука Дениса. Да помилуйте його всемогущий Бог і явить спасіння. Прошу ім'я Христа Спасителя, благодарю. Світлана. Дорога церква, прошу помолитися, щоб Бог благословив мою дорогу на Україну і назад. Дякую, сестра Таня. Брати та сестри, прошу помолитися за мого тата, який живе на Україні, йому предстоїть тяжка операція, щоб Бог допоміг і дав свою милість, сестра Ліля. Ще які потреби і нужди? Ми прослухали ці нужди, потреби, подяки. Можливо, хтось ще має усно, хтось поскромнічав, постіснявся, не сказав. Будемо молитися за Івана, да. Іван не зміг сьогодні дуже хворий, тому будемо молитися. Будемо молитися за Миколу Івановича Наливайка, також хворий. Друзі, встанемо на наші ноги. Бог, який знає кожну душу, який знає кожну цю потребу, хай дасть відповідь. Молимося. Отець наш, ми шукаємо лице Твоє святе, і ми розуміємо, що Ти наш Бог, Ти наше ісцеління, Ти наше упування, Ти наш щит. Господи, Ти достоїн слави, Ти єдиний, Ти маючий безсмертя, Ти пробуваючий в неприступному світлі, Господи, і ми молимо Тебе за кожного, Господи Боже мій, за кожну цю потребу. Ти бачиш, Господи, тата, який живе на Україні, як тяжка операція, Боже, сестра Ліля просить, поможи, дай відповідь, благослови, Господи Боже мій, дорогу на Україну, Таня їде, благослови її, Ісус. Боже, хай Твоя рука свята буде над ним. Боже, ти бачиш, Світлана молиться і дякує, просить, щоб ми помолилися за внука. Яви свою милість, Господи. Ти бачиш Наташу, хоча й, Боже, благослови її надалі. Мир і благодать хай буде над нею, Господи. І охрана Твоя хай пробуває. Ми молимося Тебе ще раз і ще раз, Господи. Наша молодіж, Господи, в руках Твоїх. Ти бачиш також Давіда, дядя молиться, Боже, просить, Ісус, яви свою милість, Господи Ісус. Ти бачиш,
прохання Галі Озеругі, яви свою милість за сестру Ліду і положи свою руку над кожним, Господи Ісус. Хай Твоя свята рука буде і Твоє ухо буде відкрито, Ісус. Алілуї, ми молимо Тебе, ми шукаємо лице Твоє святе. Ми розуміємо, Господи, що часом врачі не можуть помогти, але Ти наш врач, Ти той помічник, який, Господи, коли приходить кінець людській всякій помочі, Ти можеш помогти. В Твоїй руці влада, в Твоїй руці сила, в Твоїй руці могутність, Господи. Перед Тобою схилиться всяке коліно небесних, земних і підземних. І ми вдячні Тобі, що ми маємо такого Бога. Ми вдячні Тобі за це зібрання. Ми вдячні Тобі, Господи, що Ти взяв нас свій уділ. Збережи нас, збережи дми наші. Бережи наш при розході нашому. Хай мир і благодать буде над дітьми, над внуками нашими. І діло Твоє, служіння, Господи, на цій землі наших, хай буде благословенно рукою Твоєю, а царство Твоє хай поширюється. В ім'я Ісуса Христа просим. Отець, Син і Святий Дух. Амінь. А благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і єднання Святого Духа хай будуть всіма нами. Амінь. З миром Божим, хай Бог благословить вас. Вечірнє зібрання о 6-й годині. You're welcome.